Как наша служба новостей собирает сюжеты по всей области, так мы сегодня собираем службу новостей по всей студии. И прямо сейчас здесь готовят лица канала, причем в буквальном смысле слова. Наша гримерная Катя Городницкая, лицо нашего канала и самый закаленный боец прямых эфиров. Катя, скажи, вот быть лицом канала, это вообще сложно? На тебя каждый день смотрит больше миллиона человек. Конечно же, сложно, но самая большая сложность в том, что мы работаем в прямом эфире, а прямой эфир – это всегда экстрим, и ты должен быть готов к любым ситуациям. Ну и, наверное, такой, я не знаю, не знаешь просто, откуда берутся силы, энергия, и концентрируешься, и, в принципе, ну, мне кажется, получилось. Волейболистки Могилевского коммунальника завершили выступление на международной арене. Спортсменки уступили бухарестскому «Динамо». И наш единственный и неповторимый художник-гример Лена Стрепкова. Привет. Лена, скажи, пожалуйста, работа художника-стилиста вот на телевидении, она отличается от работы парикмахера или визажиста в салоне? Я могу сказать, что это вообще не то, что отличается, это небо и земля. У нас здесь все абсолютно не так. Времени нету. Вот, делаем мы не для жизни, а для камеры, это тоже очень большая разница. Но мой рекорд с Екатериной Городницкой, например, это 9 минут. Перед эфиром? Перед эфиром. 9 минут сбора на прическу и на макияж. Касрышницкого района Могилева подрымал. Еще одно лицо новостей, новое лицо нашего нового канала мы нашли в беседке. Жень, привет. Чем ты здесь в тишине занимаешься на свежем воздухе? Привет. Сижу, готовлюсь к выпуску новостей, который буквально будет через пару минут. Жень, ты у нас человек новый в нашей телевизионной команде. Каково тебе было привыкать к людям, привыкать к камере, к мысли о том, что тебя смотрят очень многие люди? Ну, если честно, привыкаю до сих пор еще. Когда раньше смотрел по телеку новости, казалось, что все гораздо проще. Пришел, тебе там дали выпуск новостей, сел, отчитал и пошел. На самом деле все гораздо сложнее, и работа начинается гораздо раньше. Очень долго готовишь выпуск, и порой тебе дается всего лишь пару минут, чтобы успеть прочитать новости, которые ты будешь подавать людям буквально через пару минут. Кстати, у именно дикторов новостей самый жесткий дресс-код – это пиджак, строгий галстук, белая рубашка. Вот такие вот они, наши дикторы новостей. Но мне, походу, уже пора бежать. Я побежал. Удачи тебе в эфире. Спасибо. Давай. Спасибо. Без комментариев.